За что мы любим зиму? Лично я только за то, что зимние холода компенсируются большим количеством праздников. Это вам и Новый год, и Рождество, а еще святки, Старый Новый год и Крещение. А когда приближаются праздники, наиболее актуальные темы – меню для праздничного застолья и выбор подарков. Об этом сегодня и поговорим. Здравствуйте, с вами Екатерина Зверева и программа «Сады и огороды Приморья». Чем пахнет Новый год? Конечно, елкой и мандаринами. Если с мандаринами все ясно, то вот вокруг елки не утихают вечные споры. Что лучше, купить живую елку или примкнуть к защитникам природы и установить искусственную? Аргументов и в пользу живой, и в пользу искусственной елки много, но мы предлагаем вам выбрать третий, тоже очень удачный вариант. Я никогда на Новый год не покупаю ель срезанную. Очень жалко их, и елок осталось мало. Ну, искусственную тоже не очень хочется. Хочется чего-то живого, поэтому я вышла положением. Делаю бонсайчики себе. Это обычная ель коника, которая продается в магазине. Маленькая можете купить и растить ее в форме бонсай. Можете даже вообще ее не формировать. Она будет расти у вас. Она в природе до 3 метров. В комнате она будет максимум 1,5. Наряжать ее можно уже с 3-го года, а с 1-го года мягкие веточки сложно нарядить, а сейчас она уже держится. Можно ее оголять низ, вот, и делать какой-нибудь бонсай, и потом оголять корни. Вот другой хвойничек, это микробиота. Вот она такая кругленькая, вся у нас растет в природе. Ее можно оставлять где-то там на веранде, потом заносить на Новый год. Наряжать не очень получится, но можно ангелочка сюда с крылышками посадить, и будет очень красиво. Если совсем нет условий, вы живете в городе, и у вас тепло, и никак с хвойничками, то, пожалуйста, розмарин. Спереди он елочка сформирован. Можете целиком, если хотите, а сбоку он бонсайчик. Он еще не до конца готовый бонсайчик. Вот это будет со временем оголяться, и палочки будут оголяться. А спереди он вот так вот и будет идти горочкой. И повернул, и вот где он внизу уже плотно забит, здесь можно уже какие-то игрушечки поставить, засунуть, повесить, неважно. Здесь попозже также забьется плотно. И, пожалуйста, у вас вкусно, полезно, это все используется в еду, красиво. И празднично, можно и на стол поставить. Ну, хвойники это вообще очень долговечно. Сами знаете, как долго они растут. И единственное, за бонсаем, когда у него уже очень большой срок, там 10-20 лет, уже нужно быть мастером, чтобы уметь ухаживать. Потому что там идет стрижка кроны, стрижка корней, все это делается одновременно. Потом стимуляторы укоренения и всякие стимуляторы антистресса, чтобы растение благополучно пережило вот это вот, то, что с ним проделывают. Розмарин, вот, пожалуйста, живет в этом горшке. Единственное, что с возрастом его нужно получше подкармливать, не забывать, потому что в горшке грунт вы не сможете поменять. У него очень тонкая корневая система, и все это растрясти, распотрошить не получится. Ну и горшок добавлять не хочется, то есть когда он у вас станет очень большим. Поэтому лучше подкормить. И если вам совсем надоел, ну, он, во-первых, живет, розмарин, 10-15 лет. Я не думаю, что он больше живет. Может, где-то может и дольше протянуть. Берете, срезаете черенок, укореняете и растите себе новую елочку. Вы смотрите телеверсию программы «Сады и огороды Приморья». Следующий сюжет о том, чем наши садоводы и дачники будут удивлять гостей и домочадцев за праздничным столом. Урожай в виде солений и варений давно ждал своего часа. Самые необычные блюда решили попробовать перед Новым годом в студии 8 канала. Что за красота будет? Рассказывайте. Это перец. Вот перец с баклажанами и с картошкой. Да, у нас сейчас для свежего домашнего перца не сезон, но мы взяли как образец, как можно сделать.
мое блюдо мое, а оформление вот Юра мне помогал. У нас вот такие красивые хризантемы и внутри начиночка. Начиночка непростая. Это у нас заготовка. И причем это консерва, то есть ее можно взять из банки, прийти в гости с этой банкой и накрыть стол прямо экспресс-методом. Что туда входит? Баклажаны, перец. И самое главное, что туда входит? Туда входит картофель. Никто не догадывается даже, что картофель можно консервировать. Все обычно, просто, как мы вот тушим картофель летом в казане, там, на даче или как. Туда же перец, туда же баклажаны, все это сложили в банки. Все это дело мы перекипятили и горячим разливом закатали в банки. Ничего здесь сложного нет, я делал обычным ножом. Надрезать и опускать в холодную воду. Тогда в холодной воде они закрутятся. Ну, стол у нас получился просто великолепный и замечательный. На что ни посмотри, просто, ну, шедевр, а не блюдо. Моя хотеть все. Жанна Пантелеевна, ну, вас тут в дачном сообществе называют картофельная феечка. Ну, картошка у меня сортов очень много. Вот в данный момент вот эта картошка, которую я... Это она у меня новая. Называется она тоха-тартоха. Она очень вкусная. С нее получается прекрасное пюре. Та картоха, которая стоит, это называется уника. А уника, она почему? Она просто, у нее технология выращивания совершенно отличается от всей другой картошки. Если у этой картошки, у обычной нашей, мы берем на размножение картошечку, которая размером с куриное яйцо, вот, то там мы берем любую картошку, которая большая. Она вот такая вот, она вот такая. Но мы такую не можем посадить большую. Ну, нам жалко. Зачем? Ну, естественно. Значит, мы глазки вырезаем, как очистки. И вот с одной картошки мы можем вырезать. Вырезаем эти глазки? Нет, не глазки, а вот... Шкурочку. Вот глазок, и дальше протягиваем вот такую очисточку. И вот с одной целой картошки вырезаем штук 10-12 этих... Саженцев у нас как бы получается, да, картофель. Глазков. Вот, садим. Получается, что на посадку я оставляю не ведро картошки, а штук 20-30, не больше. И получаю урожай... Полноценный, как с обычной. А то и больше. Вот. А по вкусу мне вот эта картошка больше нравится. Она жареная получается, очень вкусная. В этом году, мне кажется, всех все порадовало. Казалось бы, была такая засуха, что ничего не будет. Но помидоры особенно переживали, что не будет второй волны, потому что завязи при такой температуре под 40 градусов сгорают. Но оказалось, все не так. Они как птица Феникс. Воскресли и второй урожай. Собирали уже в ноябре зелеными 15 ведер. Это было что-то. До сих пор лежат свежие еще. Доспевают. Еще такого давно не было. Ну, так, в общем-то, и огурцы, и все, и ягоды, все порадовало. А это салат. Этот салат я делаю регулярно. Он очень вкусный, похож, как раньше был болгарский. Такой охотничий с кислинкой. Это что вот вы? Зеленых помидор. А тут идет морковь, лук, перец сладкий. Все это делается как салат, нарезается, зеленые помидоры. Они определенное время стоят. Соль, сахар, естественно, уксус. Перчик можете добавить и растительное масло. Они стоят, напитываются, потом вы их кипятите и по банкам раскладываете. Получается очень такой пикантный вкус. Я очень люблю крупные сорта и люблю садить разные цвета. Чтобы у меня был зеленый, желтый, оранжевый, черный, красный, розовый. И когда их нарезаешь, они потом такую красивую картинку составляют. Я сначала думала, что это как что-то сладкое и десертное такое, ну, типа варенье с какими-то орешками. А на самом деле это что? А это блюдо вяленый чернослив. Берете сливу, режете ее пополам, косточку выкладываете, берете, значит, кто в чем сушит. Кто в сушилке, кто в духовке. Выложили на противень, включили 70 градусов температуры. И на 24 часа оставили ее. На каждую баночку первый слой чернослив. На второй слой слайсами чесночок. Третий слой горький перец. Третий слой это будут специи. Там 5 специй, известных всем. Вот, вы их перемешаете и так до конца эту баночку. Закипятите масло растительное,
чтобы оно было горячим. И еще сверху сахар и соль. Вот. Уксус обязательно фруктовый. Закрываете стерилизованной крышечкой несколько раз. Переворачиваете, чтобы сахарок и соль растаяли. И потом ставите до остывания при комнатной температуре и относите в подвал, в гараж, у кого что есть. И вот она, красота, да. Новогодний так, стол. Такая баночка может выдержать, ну, года два, но в нашей семье она не выдерживает два года, съедается за раз. Я долго думала, чтобы такое сделать, кто-никто ничего у нас такое не варил. Я посмотрела рецепты, есть варенье из баклажанов по-турецки, по-азербайджански, по-армянски. Как оказалось, люди этот продукт едят только так. Те, кто родился в Одессе, тот знает, что без баклажанов вообще как бы люди не живут. Это и греческая кухня, и еврейская, и украинская, любая кухня. Ну вот, меня вдохновил армянский рецепт. И это получилось, ну, приблизительно, потому что я никогда не ела сама. Ну, приблизительно получилось по армянскому рецепту. Предварительно варится сироп, но варится сироп на ягодина какой-нибудь, ну, яркой. Вот я сварила на жимолости, то есть я сварила сироп из жимолости, вынула жимолость, оттуда процедила все аккуратненько. А потом по всем правилам, как варят варенье, я туда закинула баклажаны порезанные аккуратненько, закипятила. Каждая хозяйка, которая варит варенье, знает, что в три захода варенье варится. Орехи подсушить на сухой сковородке и за 15 минут до окончания варки туда добавить. То есть они должны все-таки повариться, и попробовать надо, чтобы орех еще не стал мягким, но он уже отдает свой вкус, и он пропитывается этим вареньем. Потом также в горячую банку, горячим разливом, и все это закатывается, ну, и охлаждается в шубе. Все. И пейте чай на здоровье. И вы знаете, и никто не угадал, из чего варенье. Анастасия Яковлевна, ну, кроме того, что вы хозяйка экологической гостиной, вы еще и садовод, да? Что бы вы могли пожелать садоводам в следующем году? Пожелать? Ну, пожелать, наверное, глядя вот особенно на этот стол, красивый такой, вкусный, и вообще как... И наших дружных садоводов. Да, и наших дружных садоводов. Я хочу пожелать, несмотря вот... Сегодня же говорили, год такой был, а урожаи были. И я хочу, несмотря ни на какие погодные условия, никакое настроение, чтобы урожай был отличный, чтобы были силы, да? Были силы, было терпение все вырастить, все вот это переработать и вот такую вкуснятину еще раз, как говорится, не раз и не два попробовать. Собраться и отчитаться хорошим. Собраться и отчитаться, да. Тут Елена Владимировна приготовила нам компот из кишмыша. Да. Не мелкие яблочки. Это маленькие. Мелкий кишмыш. Но знаю, что растет у Елены Владимировны. Это очень маленький кишмыш. Это мелкий, на компот остался. А цвет такой, это из-за ежевики. Да, из-за ежевики. Ежевикой подкрашиваем. Да, сейчас будем пробовать. Очень душевно получается. Себе наливать? Ну, давайте. И мне. Смотрите телеверсию журнала «Сады и огороды Приморья». В этом году, как обычно, вышло 6 номеров журнала, в котором мы рассказали об успехах и достижениях садоводов и дачников. Чтобы свежий номер всегда был под рукой, предлагаем вам оформить подписку на журнал на 2022 год. Если вы не успели, сделайте это на почте. Выбирайте редакционную подписку, и тогда вы сможете получить даже первый февральский номер, при условии, что вы придете в редакцию в отдел распространения до 25 января. Стоимость подписки 450 рублей. Напоминаем адрес: Народный проспект, 13, кабинет 507. Самое время поговорить о подарках. А что можно подарить садоводу? Он будет рад и набору семян, и качественному садовому инструменту, а еще можно дарить садовые скульптуры, скамейки, насосы для колодцев и скважин, саженцы, книги, журналы и справочники по садоводству. И даже наш журнал, годовую подписку или подборку архивных номеров, которые можно купить в редакции. Но мы предлагаем вам присмотреться к более экзотическому подарку – чилийским белочкам Дегу. А почему их можно считать отличным подарком для дачников, сейчас узнаете. Сперва она была пеструшка, а сейчас пеструча зовем, потому что она закачалась на колесе и такая стала сильная, здоровая, независимая. Бодибилдер.
Для чего мы заводим белочек? Вот что от них, от их появления в доме, что происходит? Любовь происходит. Все уже не страшно. Все уже, зайчик, не страшно. Это кто? Это Смолька, она очень ручная. Она прям на ручки любит. Любит, чтобы почесали. Ну, это редкость для белок, что они прям такие именно сидят. То есть они же любят бегать. И почесаться, вот, ну, тоже не все. А вот ей прям, она прям любит это дело. Сидит у мамы на ручках. Прям хороший зайчик. И гладится. Вообще гладится по спинке, это для них страшно, потому что их в природе птицы ловят. Но так как это уже искусственно выведенные цветные, то они потеряли этот основной страх, и вот они гладятся спокойно. Заводишь белочку, нужна большая клетка, потому что они прыгучие, да? Обязательно. Не поэтому они в тесной клетке, особенно вот магазинные у них путь, междоузлия широкие, и они умудряются, или уже вот так вот делают зубами, тынь-тынь-тынь, вот этот вот звук по клетке. Им тесно, негде побегать, и надо чем-то себя занять, и они начинают бренчать. Ну, вообще бренчать они любят, но на этой клетке не получается специально взятая вот такая вот решетка. Узкая. Ну, она и жесткая, и они шире вот эти вот чуть-чуть, чем у обычной клетки, жердочки. И поэтому не получается так разъявить рот, чтобы схватить и бренчать. Да-да. Вот. Поэтому, если заводите белку, то клетку нужно брать либо для хорьков, либо для шиншилл, но лучше для хорьков. Клетка стоит в моей комнате, прямо рядом с моим компьютером. Они всегда заинтересованы чем-то, что я делаю, им нужно посмотреть, вот сюда прийти, носом тыкнуться. Бывает, когда я засижусь ночью допоздна, они орут своим писклявым голосом, типа «ложись спать». Мы тоже хотим. Они же зверьки дневные, поэтому они подстраиваются под режим владельца. Они не из тех, кто будет шебуршать по ночам, в отличие от шиншилл или крыс. Ну, вот это моя Смоль. Сложно ли накормить белок? Ну, рацион у них очень богатый, выпускаются корма простецкие, сбалансированные, это для ленивых. Ну, так как мы любим очень своих белок, мы им дополнительно покупаем, отдельно продается и горох, всякие злаки, крупы, по чуть-чуть они едят. Все сушеные фрукты, но только сушеные, потому что они диабетики от природы, и сладкое им нельзя. И во фруктах там уже практически не остается вот этой сладости, поэтому сушеные фрукты можно. Ну, естественно, исключаем там курагу, это ни в каком виде нельзя. Специально для них продается кэроп, они любят. Кэроп полезен очень для людей тоже. Ну и что в результате вот такого замечательного сбалансированного калорийного питания? Мы понимаем, что бывают продукты жизнедеятельности. Их помет, он выглядит, ну вот, это как гранулы. Как осмокот люди покупают. То есть это совершенно непонятно, что это помет. Он абсолютно сухой. И его очень сложно растворить. То есть его нужно замачивать долго, потом разбалтывать, и целая история. Поэтому, но это очень хорошее. Но это очень, очень хорошее удобрение при условии, если вы вкусно и хорошо кормите своих белок. Если вы им даете корм с пакетика, где трава, злаки, чуть-чуть кукурузы и горошек, ну, соответственно, у вас и удобрение будет такое. А у нас они едят богаче, чем кто-либо. Вот если бы они ели красную икру, я бы, наверное, давала им и красную икру тоже. То есть они кушают-то немного. И единственное, что они кушают, я вкусненько даю. Ну что-то у нас и свои, мы же фрукты им сушим. То есть сушеные яблоки, груши, это наши, их не надо покупать. Там какая-то трава. Они едят траву, можно дома выращивать. Очень любят хлорофитум, прям. То есть заводчики, они выращивают для них хлорофитум. Они любят
подорожник. Такой чуть подвяленный. То есть свежий они как-то не очень. А вот когда подсыхает трава, они любят очень пряные травы. Они розмарин безумно любят. Все это я выращиваю и даю. Подробнее о чилийских белочках можно будет прочитать в февральском номере журнала за 2022 год. А в декабрьском номере есть интересные публикации про ферментацию чая, инжир, цитрусовые и целебные травы. Журнал можно купить на почте и в садовых магазинах. Если вы его там не нашли, приходите в редакцию. Здесь же можно оформить редакционную подписку за 450 рублей на все номера 2022 года в отделе распространения. Читайте журнал, смотрите нашу программу, заходите на сайт, смотрите полезные видеоролики на YouTube, куда можно зайти вот по вот этому QR-коду. А мы поздравляем вас с Новым годом, с Рождеством и со всеми праздниками. Желаем вам в новом году крепкого здоровья и больших урожаев. До встречи!